42 работника образования Нижнего Новгорода получили удостоверение о пройденных курсах компьютерной грамотности в Мининском университете. Слушатели курсов предпенсионного и пенсионного возраста овладели базовыми навыками работы за компьютером и в сети интернет. За 2 года программу «Бабушки онлайн» прошли более 200 учителей. Жизнь сегодня такова, что образование становится нашим пожизненным делом. Оно должно пронизывать всю нашу жизнь, потому что так быстро меняется мир, так быстро меняются условия, в которых мы трудимся, что без постоянного повышения своих знаний, приобретения какого-то нового опыта, просто нельзя удержаться ни на рабочем месте, ни быть конкурентоспособным. Учились в группах по 14 человек 2 раза в неделю. Занятия для педагогов со стажем проводили студенты и аспиранты университета. Студенты умеют находить подход к пожилым людям, людям, которые не умеют держать мышки, не знают, как включить компьютер, и у них это получается. То есть у наших студентов масса терпения. Вот у профессиональных преподавателей терпения на самом деле меньше, чем у студентов. Но и прелесть этой программы в том, что мы можем вот посредством вот нашей молодежи, ребят, перенести эти знания на старшее поколение. Один из выпускников курсов, Алексей Дубровин, 15 лет проработал в школе. Признается, что с компьютером был едва знаком. Зато теперь педагог стал продвинутым пользователем. Завел свои ящики, да, сейчас в нескольких сайтах уже зарегистрировался официально. Теперь общаюсь с бывшими однокурсниками, одноклассниками. Некоторые слушатели курсов пришли за знаниями в Мининский университет уже во второй раз. Роза Чернецова окончила вуз в 1971 году. В школе работает уже 44 года. Она говорит, что учиться никогда не поздно. Курсы мне много дали того, чего мне нужно знать и использовать в своей работе. Я довольна, что я хоть и на старости лет, но все-таки, правда, мы учимся, конечно, почти всегда. И курс повышения квалификации, они у нас периодически бывают, и не только по ИКТ, и по другим тоже. И в этом году курс социальный педагог закончил, теперь вот параллельно практически вот эти курсы. Конечно, это не последние выпускники курсов. В этом году Мининский университет планирует обучить около 250 слушателей.